«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов в географии и их расположения. «Магнит» был основан в 1994 году на юге России в Краснодаре, как небольшая региональная компания. За это время «Магнит» вырос в одну из крупнейших российских компаний. Новочебоксарский гипермаркет «Магнит Семейный» был открыт 13 мая 2010 года. Соответствуя своему названию, огромный магазин сразу стал притягивать жителей и гостей города своим ассортиментом, первоклассным обслуживанием и, конечно, доступными ценами. Все течет и меняется. Вот и единственный крупный гипермаркет в городе идет в ногу со временем и меняется для нас. Спустя 11 лет было принято решение о масштабном реформировании. Масштабные работы, безусловно, невозможны без квалифицированного персонала. Сейчас в штате семейного гипермаркета «Магнит» работают более 100 человек. Гипермаркет на время обновления не закрывался, а значит и весь персонал работал в усиленном режиме. И все это для того, чтобы мы с вами продолжали ходить в привычное место, где можно приобрести все для дома и удовлетворить потребности самого требовательного покупателя. Сроки были поставлены в течение 45 дней полностью обновить формат магазина. Ну, обновления на самом деле колоссальные. Все очень ярко, все так вызывающе, прям притягивает. На самом деле хочется сделать больше и больше приятных покупок. Изменилось в хорошую сторону. Мне все нравится. Как было и как сейчас. Персонал дружелюбный. Они всегда готовы помочь. Мы всегда сюда приходим. Нам нравится, нам все здесь устраивает, все нравится. Изменилась в принципе концепция гипермаркета. Теперь у магазина современный дизайн. В процессе работы гипермаркета внедрены новые технологии, появились тематические зоны. Изменилось и само название «Магнит Экстра». Ассортимент гипермаркета насчитывает более 8000 позиций, от продуктов питания до непродовольственных товаров. Продукция местных производителей выделена специальными стоперами. Покупателям предложен широкий выбор блюд собственного производства компании. На витринах при поддержании оптимальной температуры, условий и сроков хранения представлены мясные, рыбные, овощные блюда, салаты, выпечка. Приготовление продукции осуществляется в цехах, расположенных в гипермаркете. В магазине на регулярной основе будут проводиться акции по снижению стоимости товаров, что поможет покупателям сэкономить семейный бюджет. Очень обновилась сырная витрина. Молочные. У нас представлен остров здоровья. Очень многие покупатели заботятся о своем здоровье, поэтому был сделан акцент именно на таких покупателей. А в гипермаркете представлен бэби-шоп. Это отдел для самых маленьких. Мы обновились для вас. Добро пожаловать! Софья Кмолкина, Петр Куприянов, Артем Александров. Новости Новочебоксарска.